Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить страшную куклу Паппи. Все, кто смотрел первое видео у меня на канале, где я лепила Хаги-Ваги, уже знают историю первой главы. Главный герой работал на фабрике Playtime, и каким-то образом он смог избежать страшной судьбы своих коллег. То есть он выжил, а не исчез, как они. Возможно, он уволился перед этим событием, точно никому не известно, можно только догадываться. Спустя 10 лет ему приходит письмо с кассетой, и главный герой возвращается на фабрику Playtime. Бывшему работнику нельзя умирать, так как ему необходимо разгадать тайну фабрики. Еще есть теория, что кукла Поппи, которую я сейчас леплю, управляет всеми монстрами и игрушками. И что именно она то самое зло в игре, а все остальные монстры, как Хаги, это ее марионетки. Ведь не зря ее имя присутствует на заглавном названии игры. Скорее всего, она точно та самая главная. Если тоже так думаешь, напиши в комментарии под видео слово «кукла». Надеюсь, в конце игры наш главный герой сможет ее победить, и души пропавших работников будут спасены, так как во многих теориях предполагают, что души работников могут находиться в игрушках. Информации про куклу Поппи сейчас очень мало, поэтому YouTube наполнен разными теориями, которым до конца верить не стоит. С выходом новых частей игры мы с вами сможем узнать и разгадать все тайны фабрики, осталось только подождать следующих частей. Напиши в комментарии, каких страшных кукол-монстров ты знаешь. Возможно, ты помнишь какой-то страшный фильм или сказку. Самым активным отвечу на комментарии. А я буду продолжать лепить куклу Поппи. Если хочешь тоже себе такую фигурку в коллекцию, то скорее бери пластилин и попробуй слепить по моему видео. А то, что у тебя получится в итоге, присылай в мою группу ВК. Ссылка будет в описании под видео. Самые крутые работы попадут в следующее видео. Thank you.
вот, моя кукла Поппи из игры Poppy Playtime готова. Как по мне, фигурка получилась очень красивая и даже милая. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. А если тебе понравилась информация о персонажах и конечный результат, тогда оцени этот ролик лайком, подпишись на канал и жми на колокольчик.